красный Chevrolet Aveo загорелся на Московском проспекте аккурат напротив военного городка. Днем. На пожаре никто не пострадал. Сам же пожар произошел в моторном отсеке иномарки. Без помощи добровольцев машина могла выгореть дотла. В данном случае пострадал только моторный отсек. Тушили долго и упорно. От огромной температуры заклинил механизм открывания капота. Очевидцы рассказали, что водителем «Авео» была женщина. На заднем сидении, установленном детском кресле, находился ребенок. Испугавшись, женщина-водитель схватила ребенка и убежала. Вскоре в ход пошли не только порошковые огнетушители и вода из бутылок, но даже и техническая влага из бетономешалки. В конце концов приехали пожарные, дотушили машину и установили предварительную причину чрезвычайного происшествия. Возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Погоди, ребят, пережали шланг. Вода есть.